какие-то проблемы. Читатель хочет убивать вместе с автором. Он мечтает пережить то, на что бы не решился в реальной жизни. Я первый раз в жизни сижу рядом с таким талантом. Всех гони, всем будет чем поживиться. Тут еще кружок. Кружок? Туда-сюда, ровно на вторую главу, и все. И что, вы пьете? Я номер один в Европе, Надежда Павловна. У меня каждая строка крови сочится, хоть выжимай. Да для такой жести вам необходима компания посолиднее. Какой хочет оценить? Вам ее правильно засветить. 30 000 экземпляров. За такой тираж я вырежу родную семью. Надо облить его бензином и подпалить. Какая тут чертя в атмосфере? Как? Он будет танцевать. Обуглится, это будет загадочно. Сука, зажми трубку. Немедленно возьми трубку. Три! Ты, мужик, давай возвращайся! Я кому здесь 4 часа могилу копал? У себя? Надежда Павловна, Сабул Яковлевич просил не беспокоить, он читает рукопись. Читает рукопись? Угу. Ну зачем? Что пощупал? Ваши ноги. Это для меня теперь самое важное в моей жизни. Настоящие ноги, это невероятно. Но нелегко, я понимаю, соло. Написала, Александр, вообще это поверил. Господи, какой дурак, какой дурак. Я хочу во всем создать, не такая, как все эти звери. Я не хочу погибать этот милый карлик, понял? Я не хочу в полицию, я никого не убивал, слышите? Прекратите истерику, прекратите истерику, истерику, прекратите истерику. Убийца! Не хотите по-хорошему? Хорошо! Эпилог будет прописан! Кровью! 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 Я написал повесть про медвежат. Для детей повесть. Просто пиши меня в свой роман и все. Мне необходимо это немедленно записать. Сейчас. Ручка. Осторожно! Я только что прочитала роман своего мужа. Прости меня. Алена, вернись, пожалуйста. Он приближается. Это бомба! Бессилен! Согласитесь! Все рейтинги, Марьон, отвечаю.